Эвкалипт. Эвкалипт. Часто называют также дивным деревом, благодаря его необыкновенному аромату и полезным свойствам. Это довольно крупное вечно зеленое дерево семейства миртовых, которое произрастает в основном в Австралии и Новой Зеландии. Некоторые виды встречаются также в Индонезии и Новой Гвинее. Единственный вид этого дерева, эвкалипт радужный, может расти и в северном полушарии. В настоящее время такие деревья сажают и культивируют во Франции, Италии, Португалии, Испании, Греции, Израиле. Состав и полезные свойства. Эвкалипт является ценной культурой, во-первых, из-за своих уникальных бактерицидных свойств и способности обеззараживать воздух, и во-вторых, благодаря редкой способности осушать болотистые участки почвы. Древесину используют при строительстве судов, для изготовления музыкальных инструментов, курительных трубок, пищебумажных изделий. Основная польза эвкалипта спрятана в его листьях, содержащих от половины до 5% эфирного масла, красный жгучий сок. Кора эвкалипта богата дубильными и вяжущими веществами. Масло содержит в своем составе до 40 видов различных компонентов, основной из которых – циниол, на долю которого приходится до 80% объема. Также содержит кумаровую кислоту, коричную кислоту, галатанины. Самый ценный вид деревьев для производства эфирного масла – эвкалипт шаровидный. Листья этого вида дают около 1,5 литра на 25 килограммов. Применение эвкалипта. Масло эвкалипта применяется с давних времен в лекарственных целях, чьи свойства очень полезны. Оно обладает непревзойденным бактерицидным и антимикробным эффектом, употребляется для обеззараживания, лечения ран, полосканий, промывания дыхательных путей и предотвращения заражений половой сферы. Веник из эвкалипта весьма популярен в банях, он насыщает атмосферу парной неповторимым ароматом. В Испании из листьев делают ликер, который употребляют внутрь для лечения самых различных заболеваний.